как понять, что нами манипулируют, как понять, что мы используем манипуляции. Невротические такие проявления. Грызут ногти, плохой сон. Self-harm. Это образ жертвы, да, это комплекс жертвы. Настолько сильное психоэмоциональное напряжение внутреннее, что ребенок не способен с ним справиться. Ну, я не хочу, а кому надо? Тебе надо, ты и делай. Я не скажу, что часто, скажем так, регулярно являются основой суицидов. То есть, чтобы распознать манипуляцию, нужно быть осознанным человеком. Четко понимать, что мне сейчас как-то не очень нравится, как со мной разговаривают. Манипуляции на чувство вины, стыда – это излюбленные наши такие способы взаимодействия, особенно с детьми.